Можно говорить. Добрый день, дорогие друзья. Мы сейчас находимся в городе Санкт-Петербург на замечательном мероприятии «Белые ночи». У нас проходит и как деловое общение, и мы гуляем по городу, смотрим на интересные места, на достопримечательности местные. Что хотелось бы сказать? Ну, наверное, многие меня знают. Я тренер по продукции компании BioSea, Ирина Кутузова, и я тоже принимаю активное участие в этом мероприятии. Моя миссия – предложить очень интересное и инновационное. Это новые продукты, ребят, это будет просто необыкновенная история. Это работа и продвижение, самое главное, нашего интересного продукта и безопасного. Мы очень гордимся, как сотрудники компании, вашими замечательными спонсорами. Это Владимир и Елена Коваленко. Коваленки, правильно, наверное, будет сказать. Потому что это ребята, которые предлагают очень правильное направление в бизнесе. Они предлагают инновационные инструменты для продвижения нашего красивого, безопасного бизнеса, нашего продукта. И они предложили нам очень много интересных инструментов. Я еще хочу прям подчеркнуть это красной линией. Мы гордимся, и я хочу всю эту историю передать вам, потому что у вас клевые спонсоры, они молодые, перспективные. Они достигли таких замечательных результатов за такой короткий промежуток времени, а мне остается вам пожелать, возьмите и обгоните этих перспективных, этих молодых. Они у вас очень клевые. Давайте вперед!